Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня я вам расскажу и покажу, что такое ива козья. Вот многие задают мне такие вопросы, что же за растение такое козья ива, которое помогает козляткам от поноса и козочкам тоже. Вот это вот кустарник, вот он, обратите внимание, вот их там вот вдалеке множество, вот это и называется козья ива. Это кустарник, не дерево. Вот. В нашем регионе произрастает вот как козья ива, так и древовидная ива. Вот посмотрите, большое огромное дерево. У обоих деревьев козочки поедают листочки, тоненькие веточки. В веточках находятся дубильные вещества. В листочках большое содержание и количество влаги. Сейчас вот осень. Я посещаю такие места и ввожу козочек. Козочкам необходимы в рационе жесткие корма. Козочки с удовольствием поедают это растение и получают из него нужные для них микроэлементы и витамины в своем рационе. Рекомендую вам водить в такие места, если у вас есть. Если нет возможности посетить с козочками такое место, прибывайте туда, нарезайте тоненьких веточек вместе с листочками или просто веточек, если на них нет листочков. Козочки с удовольствием все это съедят, будут довольны и вас отблагодарят вкусным и целебным молоком. Ну вот и все. На этом с вами я прощаюсь, я вам все доложил. И еще раз надеюсь встретиться на страницах своего канала.